Алхамду лилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Передается, что некоторые праведники из прошлых поколений в течение 6 месяцев молили Аллаха дать им возможность дожить до Рамадана. Они говорили: «Аллахумма баллигна Рамадан». «О Аллах, помоги нам достигнуть месяца Рамадан. Помоги нам дожить до него». Ведь сколько людей, которые вместе с нами встречали месяц Рамадан в прошлом году, уже нет с нами. Это милость Аллаха, что Он дает нам возможность снова быть из числа постящихся и совершающих благие дела в этот месяц. Просите Аллаха дать вам возможность дожить до Рамадана с хорошей религией и в хорошем физическом состоянии. А также просите Аллаха, чтобы Он помог вам повиноваться Ему в течение этого месяца, чтобы ваши дела были приняты. Ведь многие из нас, современных мусульман, вспоминают о месяце Рамадан только когда он наступает. Мы привыкли плыть по течению и ожидать, что все произойдет само собой. Но это не так. Именно по этой причине, по окончании месяца Рамадан, многие возвращаются к своей обыденной жизни и не чувствуют никаких изменений. Ни в уровне их имана, ни в нравах, ни в поведении, ни в стремлении больше поклоняться. Давайте постараемся сделать приближающийся Рамадан особенным и встретить его в полной готовности так, чтобы последствия этого прекрасного месяца имели постоянное влияние на нашу дальнейшую жизнь. Аллахумма баллигна Рамадан.